Ce este în spatele proiectului de divizare a Moldovei pe Nistru, precum și a escaladării conflictului transnistrian? Răspuns la această întrebare a încercat să ofere președintele PCRM Vladimir Voronin în cadrul emisiunii În Direct de la postul de televiziune Accent TV. Очень подозрительна синхронизация. Эти европейцы предлагают 6 постов поставить. Эти начинают копошиться, никого ничего не спрашивая, ни МИД, ни правительство, не вошли ни в парламент, никуда. Начинают устанавливать вроде как бы эти уже посты де-факто. Эти приднестровцы принимают одновременно с этим декрет о том, что объявляют чуть ли не это самое, все уже, да, свои территории, как бы обозначая свои границы и так далее. И у меня здесь вопрос, а почему такая синхронизация? И кто осуществил синхронизацию? Vladimir Voronin nu exclude faptul că escaladarea conflictului transnistrian este organizată intenționat de diverse forțe, atât din străinătate cât și din interiorul țării, în pragul desfășurării summitului UE, care urmează să aibă loc la Vilnius. Давайте мы будем говорить о том, а может быть, они и подготовлены, но подготовлены с другой целью, с другим интересом. Может быть, это интенсификация и вот этот сейчас пожар, который они хотят зажечь на Приднестровском, так сказать, рубеже, на вопросы нашей реинтеграции, может быть, имеет далеко идущий, давно задуманный сценарий, далеко идущий план, давно задуманный сценарий, далеко идущий план. Давайте будем смотреть на эти вещи. А почему не говорить о том, что они хотят идти по сценарию, например, Кипра? Вот, опять возвращаясь к тому же Вильнюсу и так далее. А почему не думать о других сценариях, которые в их бредовых головах существуют и рождаются? А для этого, чтобы эти спички зажечь, и чтобы эти сценарии начали у них работать, вот они и придумают конфликт на зоне на Днестре, чтобы был конфликт, чтобы через конфликтную ситуацию потом найдется какой-то миротворец из Европы, приедет сюда и начнет: вы, ребята, давайте сидеть за стол, давайте, да, вы уже так разругались, что вам уже вместе нельзя жить в одной семье, все, давайте разойдемся. Почему не так? În ultimii 4 ani, funcționarii europeni au alocat 42 milioane de euro pentru sprijinirea măsurilor de încredere între cele două maluri ale Nistrului. Însă nicio acțiune concretă pentru soluționarea problemei de reintegrare a Moldovei nu a fost întreprinsă, a subliniat Vladimir Voronin. Mai mult decât atât, potrivit președintelui PCRM, semnarea acordului de liber schimb ar putea înrăutăți situația de astăzi în economie, atât pe malul drept cât și pe malul stâng al Nistrului. De aceea, în opinia lui Vladimir Voronin, soluția de semnarea acordului de asociere cu UE trebuie decisă la un referendum. По большому счету, такие вопросы решаются даже не парламентом, а тем более какими-то клерками из этих министерств. Решается референдумом, всенародным референдумом. Вы хоть кто-то слышали слово о таком, что кто-то из них заикался? А почему не спросить всех людей? Почему не спросить никого ничего? Что аграрии скажут по этому вопросу? Что станет нашей страной аграрной после присоединения к этой зоне свободной торговли? Что станет с остальным, что еще осталось от так называемой, в прошлом процветающей, известной на весь Советский Союз, нашей индустрии, микротехнологии и все остальное? Да, все, что будет дальше? Что мы будем продавать в эту Европу? Politica promovată și impusă Moldovei de către Uniunea Europeană în ultimii 4 ani este dăunătoare nu doar pentru economia Moldovei, dar și pentru fiecare cetățean al țării, a declarat liderul PCRM. Vladimir Voronin a subliniat că așa numită optimizare va conduce la faptul că majoritatea populației Moldovei ar putea să ajungă o forță de muncă ieftină și necărturară. Вся политика в образовании должна привести к тому, чтобы Молдова стала страной неучей, безграмотных людей. Тех, которые не смогут понимать, по их мнению, слуг европейских. Им мало, что сейчас наши женщины там умывают, моют и кормят там этих пенсионеров в этих странах. Им мало, что наши молодые девушки там оказывают всякие услуги. Им это все мало. Нас еще сделать неграмотными наш народ, наших детей, наших внуков. Нас сделать такими, а кем легче управлять? Грамотным, подготовленным человеком?
Он будет тебя терпеть, он будет с тобой соглашаться, он будет делать то, что ты хочешь, и как ты его эксплуатируешь, как ты над ним издеваешься. Конечно, он будет сопротивляться. А зачем им это нужно? Она безграмотных, над неподготовленных. Сиди и молчи, ты не можешь, ты не умеешь, ты не знаешь. И радуйся, что тебе дают кусок хлеба, как собаки. Вот что они хотят. În plus, potrivit liderului PCRM, reprezentanții Uniunii Europene urmăresc un scop foarte bine definit, să supună ocupației Moldova și să nu admită aderarea ei la Uniunea Vamală. Та же самая колониальная политика, то же самое нас завоевание, то же самое наше закабаление. Всех нас закабалят, всех, и детей, и будущих детей, всех закабалят. Вот какую политику они проводят.